Жителей Хакасии с 1 июля ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Новые тарифы на электричество, тепло и воду будут установлены по всей России. Но в Госком Тарифэнерго заверяет, в нашей республике повышение в сравнении с другими регионами не такое серьезное, чуть меньше 4%. Тогда как в той же Москве, например, цифра почти в два раза больше. Однако в отдельных муниципалитетах тарифы могут быть и выше, это допускается законом. Но согласно постановлению главы Хакасии, максимально допустимое повышение 6,5%. Самое максимальное повышение, которое нас ждет, это будет на 6,4%. Применено лишь в городе Абакане за услуги отопления, причем только для тех горожан, которые проживают в частных домах, подключенных к центральному теплоснабжению.